Привет, ребята, во всем мире, с вами Эван Кул в эфире. Поздравляю вас всех с Новым Годом. Ну, а сегодня мы вместе с вами будем играть в игры для девочек и посмотрим, о чем же они и чем девочки занимаются. Сегодня я отобрал 6 игр, и мы посмотрим с вами, про что они. Первая игра — мы должны приготовить китайскую еду, лапшу. Давайте попробуем. Тут так все выглядит как-то странно. Вот это уже готовая лапша. Почему мы ее должны варить? Чайничек, ты наливаться будешь? А, вот так. Налили водичку. Ложим уже туда приготовленную лапшу. Будем ее еще раз варить. Хорошо. Целый час мы ждем, пока вырастет лапша. Ролтон за 5 минут вырастает. Ладно, налаживаем. Теперь она стала белой. Выключаем газ. Все, готово, да? А, нет, еще не готово. Теперь мы туда накидаем масло. Это же масло. Вылили целую банку. А появилось только совсем чуть-чуть. Как-то это очень странно. Ладно, варим это все. Кидаем лучок. Мяско. Это деликатес. Боже мой. Как в это можно играть? Я не понимаю. Мешаем это все. Это на ураган какой-то похоже. И кидаем опять лапшу. Сколько ее раз уже можно варить? Мне кажется, она в скором времени вообще сгорит. Такая это что? А, это мука. Ну, мука надо. Ребята, не забывайте подписываться на канал. Да когда это все закончится? Как так долго можно делать обычную лапшу? Опять включаем наш ураган. О, вот это уже выглядит реально как деликатес. Я бы такое поел. Все, выключаем. Ура, можно кушать. И вот следующая игра у нас. Это мы должны заниматься спортом с какими-то тетями. Я могу просто выйти на улицу и заняться этим спортом. Но нет, нужно про это сделать игру. Давайте сделаем самое все убогое. Убожество мы ей сейчас тут наделаем. Лицо нормально? Это нормально? Штаны. Нет, убогие нужно. Все, готово. Сейчас пойдем танцевать. А в чем прикол-то? А, левел 2, плей. Давай. Так, вот эту тетю тоже сделаем убогой, как и всех. Не знаю, вот эти длинные рукавы. Так, теперь штаны. А, нет, лучше вот такой костюм. Так, дальше. Что так долго? Зачем именно 4 переодевать? Если можно только одну и побежать бегать. Тебя так наугад все будем. Короче, просто костюм надевай и погнали бегать. Что их столько много? Как девочки в это играют? Я просто не понимаю. Просто берешь и переодеваешь тетек? Наконец-то, игра. Не, я в эту игру и на Тетрисе мог поиграть. Вот это спорт. Занимаемся спортом. О, мне доступен новый костюм. Давайте же переоденем наших тетек еще раз. Нет, я этим заниматься больше не буду. Включаем новую игру. Это просто какой-то ужас. Так, ну и вот наша третья игра. Я уже вижу тут какое-то безумие. Нужно вроде бы собирать слезы какой-то тети. А, ей нужно закапать глаза. Как весело. А это что? Это какой-то крем? А, это вытереть эти все ёные какашки на лбу? Что за ватка какая-то страшная получилась. Так, теперь что это? Что мы должны сейчас сделать? Второй уровень. Плей. Поехали. Так, теперь мы должны сделать ей макияж. А, это прыщи. Мы выдавливаем ей прыщи. Теперь красим губы помадой. Теперь... Что это? О боже мой, она так будет ходить? Или это маска для лица? А, это маска. Теперь выщипываем ей брови лишние, которые...
Как в это можно играть? Я просто не понимаю. Теперь мы уже должны наносить макияж. Давайте ее сделаем страшненькой. Да. Что мы делаем? Не понимаю. А, мы ей разукрашиваем лицо. Теперь берем такие штуки, тоже разукрашиваем. Потом берем макияж, возьмем такие тоже. Что я сделал? Ничего же не изменилось. В чем прикол? Ладно, покрасим ей лицо дальше. Блин, не получилось ее сделать страшной. Она все равно такая же, как и была. Ну, ничего не изменилось, как и всегда. А, вот тут я не сделал. Что я тут мазать-то должен? Объясните. Вот, я мажу ей лицо. Наконец, нужно было помазать подбородок. Так, дальше. Как в это можно играть? Мы ей уже нанесли слой макияжа. Еще надо? Вы там что, сдурели или что? Зачем столько его много? Ладно, давайте ее разукрасим. О, сейчас она будет точно страшная. Сейчас она будет крашеная. Сейчас мы ее разукрасим. Так, теперь бровяки. Вот так вот. Мне нужны самые вот такие вот потрепанные. Она уже страшно выглядит. Губы черные. Как будто измазюкалась где-то. Боже мой. Что я делаю? Чем я занимаюсь? Я сам не знаю. Теперь ей нужно сделать причесочку. А, вот теперь все. Теперь мы берем какую-то... А, ну понятно. Теперь ее надо помыть. Я ее буду мыть прямо в гостиной. Да. Я потом не знаю, как она это будет все убирать. Но ничего страшного, ее дело. Она не хотела идти в ванну. Ну, точнее, она даже не пошла. Так. Тебя мазать! Теперь опять отмывать? Я не могу больше в это играть. Мне уже надоело. Давайте уже включим другую игру. Тут смысл понятен. Нужно накрасить тетю, а потом она куда-то пойдет, наверное, и будет там дэнсить. Я думаю так. Следующая, четвертая игра у нас про какую-то тетю. Так, это супермаркет. В супермаркете первый день мы должны что-то продавать. Иди за рыбой. Бери рыбу. Покупай ее. Беги на кассу. Так, а, я понял. Мы, короче, вот эта тетя. И мы должны людям помогать. Бери тележку. Вози за лобстером. Да погнала. Давай, бери лобстера. Бери яйцо. Почему все лежит по одной штучке? Почему все лежит по отдельности? Супермаркеты не такие. Ну, может быть, там, где это придумывали, они как раз такие. Внутри стоит банкомат такой. Все нормально. Так, дальше, тетя, бери тележку. Так, едь. Куда тебе ехать? Что ты хочешь? Я не могу это найти. Так, бери чипсы. Бери крем от чего-то, от загара вроде бы. Так, пока что ты, пацанчик, бери эту. Ты хочешь молока? Бери молоко. Так, теперь беги тоже на сюда, к кассиру. Чё так долго? Мне уже трудно. Бери пиво. И на кассу. Ура! Мы прошли уровень! Так, ну вот пятая игра. О боже, как? Ладно, вот пятая игра, мы должны тетю починить в нормальный вид. Девочки, как вы в это играете? Как вы не боитесь этого? Ладно, давайте ее помоем тряпочкой. Маленькой тряпочкой. А что я должен делать? Вот я вожу тряпочкой, она не моется. Может, еще надо тряпочку? Что-то тряпочка ваша не помогает. А, нужно губу. Теперь опять выдавливаем прыщи. Тык, тык, тык. Вот так вот. Все. Теперь берем маску для лица. Бровяки теперь чиним. А, это не брови. Это, короче, штуки, которые вот тут. Что мы теперь? А, теперь мы ей делаем красивые ресницы. Закапываем глаза. Теперь, что это? Мажем ей рот, глаза и лицо салом.
Это реально на кусок сала похоже. Это какой-то реально кусок сала. Теперь мы берем, разукрашиваем ее каким-то карандашом. Рисуем ей полоски. Откуда бы у нее эти полоски взялись? Так, ну теперь мы должны ей сделать макияж. Давайте ее сделаем самой страшной. Давайте вот такие фиолетовые. Или нет, синие. Голубые. Так, теперь берем ее. Что я только что сделал? Я ее разукрасил. Она реально становится страшной. Давайте ей еще, блин, брови. Что это? Ладно, хорошо. Теперь одеваем ее. Это мужик. Нет, мы будем тетю делать. Вот такая вот загогулина на башке. Потом такая. А нет, мы ее сразу вот такое платьице и очечки. Такая вот модница. Богатая. Очень богатая. Вот такими ожерельями. Теперь можно одеть для нее жениха. Ты его можно сделать с девочкой. Что? Это мужик. Делаем ему другую прическу. Он превращается в тетю. Что? Давайте сделаем для... Это... Я не понимаю, это пацан? Или это реально тетя? Сделаем пацана. Вот такого, такого... С вот такими очками, с вот такой вот шапкой, как у гопника. И рюкзаком, который он украл у школьника. Теперь можно сделать фото. О, классно! Ну, вот такая вот у нас стрёмная парочка получилась. Вот и шестая игра. Тут мы должны починить Эльзу. Как она так себя поломала, что она теперь такая стрёмная? Ладно, давайте ее чинить. Так. Мы ей привязываем руку, привязываем ногу. Она все равно злая на нас. Теперь мы берем ей, ставим капельницу. Стоп, а где вода? А как мы ей в руку капельницу поставили, если даже мы ее не вкололи? Не знаю. Теперь ее нужно чинить. А, какая она страшная. Вот так вот тебя. Вытирайся. Нет, она не хочет вытираться. Починили ей лицо. Теперь берем ватку. Она такая... Как весело. А, это ноги ей надо тереть. А зачем ей ноги тереть салфеткой? Теперь берем мазь. Мазью ей мажем всю ногу. Она теперь вся розовая. Красься. Мы ей такой здоровый слой. Мне бы такую мазь. Я так тоже хочу. Давайте теперь ей чиним лицо. А, это волосы мы ей чиним. Боже мой. Расческа. Чини ей волосы. Все. Она все равно на нас злая. Ребята, а вам кому-нибудь понравились такие игры? Мне вообще... Нет, это просто ужас какой-то. Ну, на этом мы, пожалуй, с вами закончим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!